Уважаемые студенты четвертого курса, мы продолжаем изучение курса «Современные США». Это лекция дополнения к видеолекции номер 6. Тема, которая рассматривается в шестой видеолекции, это современная политическая и социальная структура США и ведущие политические партии Соединенных Штатов. В дополнение к самой видеолекции, которая занимает около 17 минут, я вот решил записать это дополнение, потому что мне нужно вам рассказать о рекомендуемой литературе и задать контрольные вопросы к данной лекции. Итак, я вам сейчас буду показывать книжки, рассказывать о них, и начнем мы с хрестоматии по истории США. Итак, вот история США, хрестоматия. Это под редакцией видного, точнее составитель Эдуард Амбросович Иванян, очень известный советский, российский, американист. Это действительно хрестоматия, сборник документов на 400 страниц. Здесь есть и Конституция США, и Декларация независимости, здесь поправки, инаугурационные речи Вашингтона, Линкольна, многих-многих других. Статьи Рузвельта, Гувера, доктрины разного рода, допустим, доктрина Стимсона. Вот. И очень много другого всего интересного, в том числе знаменитая текст знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Итак, история США, хрестоматия, составитель Иванян, Москва, 2005 год, издания. Что касается политических партий, вот работа Натальи Михайловны Травкиной, США, партии «Бюджет, политика», Москва, 2008 год. И вот замечательная работа профессора МГИМО, доктора исторических наук, печатного. Она называется «От Джефферсона до Клинтона. Демократическая партия США в борьбе за избирателя». Видите, здесь разбирается одна из двух ведущих политических партий США и их избирательная стратегия. Безусловно, ценная книжка в контексте изучения политической истории США – это книга ведущего российского американиста современности Владимира Викторовича Согрина «США в 20-21 веках. Либерализм, демократия, империя». Так называется книга, видите, она вот вся в закладках, я ее читаю, кое-что отсюда интересное стараюсь почерпнуть. Это новейшее издание, опубликовано совсем недавно, Москва, 2015 год издания. И, наконец, такая универсальная работа, универсальная вещь, очень важная, словарь американской истории под редакцией Томаса Пёрвиса. Это действительно словарь, здесь можно открыть на любую букву, допустим, букву К, и выйдет там Калифорнийские миссии, Калифорния, Каирская конференция, там, Коммунистическая партия США, Конфедерация и так далее, и так далее. Все важнейшие термины из американской истории. Издана книжка в Москве в 2007 году. Словарь американской истории. А теперь такие контрольные вопросы к шестой лекции. Первый. Назовите две ведущие политические партии США. Второй вопрос. Как называется парламент Соединенных Штатов Америки? Третий вопрос. Чем известен Томас Наст? Четвертый. Сколько сенаторов и членов Палаты представителей в США? И пятый вопрос. Кто формально является главой Сената США? И небольшой такой вопрос, бонусом, так сказать. В тексте лекции звучит слово «легислатура». Итак, запомнили ли вы, что такое легислатура? На этом все. Благодарю за внимание.